Дорогие ребята, мы с вами начали изучать имя прилагательное и уже выяснили, что имена прилагательные в предложении связаны с именами существительными. А также мы узнали, что имя прилагательное имеет род. И определить род можно по роду имени существительным. Имена прилагательные бывают мужского, женского и среднего рода. А сегодня мы постараемся выяснить, как узнать, в каком числе стоит имя прилагательное. Для этого выполним упражнение и выясним. В учебнике дано упражнение 223. Условие таково: спиши предложение, укажи стрелочкой связи прилагательного с существительным, определи число имен прилагательных. Итак, первое предложение: начался веселый праздник. Прилагательное в этом предложении – веселый. Связано оно с существительным – праздник. Праздник какой? Веселый. Существительное – праздник стоит в единственном числе. Естественно, и прилагательное «веселый» тоже будет стоять в форме единственного числа. Второе предложение. Раздаются радостные песни. Песни какие? Радостные. Существительные «песни» стоит в форме множественного числа. Естественно, и прилагательные, связанные с ним «радостные», тоже будет стоять в форме множественного числа. Остальные словосочетания определите, пожалуйста, сами и укажите число имен прилагательных. Сделаем вывод. Итак, как узнать, в каком числе стоит имя прилагательное? Число имени прилагательного нужно определять по числу имени существительного, с которым оно связано. Прилагательные во множественном числе рода не имеет. Помните об этом, ребята. Имя прилагательное бывает единственного числа и множественного числа. Прилагательное в единственном числе отвечает на вопросы «какой», «какая», «какое». Прилагательное во множественном числе отвечает на вопросы «какие». Имена прилагательные в единственном числе имеют окончание «ой», «и», «ый», «ая», «яя», «ое» и «ее». А имена прилагательные во множественном числе имеют окончание «ые», «ие». Итак, ребята, перейдем к выполнению упражнений. В учебнике дано упражнение 224. Вас просят записать словосочетания во множественном числе. В первой группе даны словосочетания «дружный коллектив», «дружная семья» и «дружное звено». Изменим число существительных и прилагательных на множественное. Дружный коллектив во множественном числе будет «дружные коллективы». Дружная семья образует во множественном числе словосочетание «дружные семьи». А словосочетание «дружное звено» во множественном числе образует словосочетание «дружные звенья». Думаю, со следующей группой слов вы справитесь с легкостью. А мы двигаемся дальше. В упражнении 225 просят списать, вставляя пропущенные буквы, и указать число имен прилагательных. Сильный ветер разогнал тучи. Дождь прошел. Мокрая трава блестит на солнце. Его яркие лучи осветили лесную поляну. Красивыми огоньками сверкает утренняя роса. Обратите, пожалуйста, ребята, внимание, что буквы пропущены не только в окончаниях, но также и в корнях слов. Для этого подбирайте, пожалуйста, проверочные слова, чтобы вставить пропущенные буквы. А мы остановимся на первом словосочетании «сильный ветер». Ветер какой? Сильный. Слово «ветер» стоит в единственном числе, значит, слово «сильный» будет иметь окончание «ый». Они связаны друг с другом, а значит, оба стоят в единственном числе. На примере этого словосочетания укажите, пожалуйста, число прилагательных в других предложениях. И, наконец, 226 упражнение.
К данным именам существительным подбери имена прилагательные и напиши их по образцу. Повидло. Оно среднего рода. Повидло какое? Значит, вы должны подобрать прилагательное, которое будет отвечать на вопрос «какое?». Повидло может быть яблочное, клубничное, земляничное. Я выбрала слово «яблочное», а вы выбираете по своему желанию. Путь. Слово «путь» мужского рода. Значит, ему должно соответствовать прилагательное, отвечающее на вопрос «какой?». Путь какой? Извилистый, долгий, короткий. Я выбрала слово «извилистый». Туфля. Это слово женского рода. К нему нужно подобрать слово, отвечающее на вопрос «какая?». Я как раз записала прилагательное «женское». Остальные словосочетания составьте, пожалуйста, вы сами. На этой же страничке вам дано упражнение 228. Здесь тоже нужно определить род имен прилагательных и вставлять нужные окончания. Все эти упражнения, ребята, помогут вам приобрести навыки четкого определения рода и числа имен прилагательных. Цветочный магазин. Магазин какой? Цветочный. Слово «магазин» мужского рода, значит и слово «цветочный» тоже мужского рода. Указывайте зависимость между словосочетаниями и надписывайте род и над существительным, и над прилагательным. Для того, чтобы повторить все, что мы сегодня говорили, вы можете также выполнить упражнения 229, 230 и 231, данные на странице 154. Все эти упражнения даны для закрепления. А мы с вами подведем итог сегодняшнего нашего урока. О чем мы сегодня говорили на уроке? Конечно же, о числе имен прилагательных и о том, как определить число имен прилагательных. Мы определяем число имен прилагательных по числу имени существительного, с которым оно связано. Имена прилагательные единственного числа отвечают на вопросы «какой?», «какая?», «какое?». Имена прилагательные множественного числа отвечают на вопрос «какие?». И постарайтесь запомнить окончание имен прилагательных в единственном числе и во множественном числе. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание. Здравствуйте, друзья! Сегодняшний наш урок мы посвящаем навыкам умножения. Садитесь ближе к экрану, потому что сегодня мы будем разбирать навыки умножения в таблице. Давайте рассмотрим следующее выражение. 4 умножить на 12 у нас выглядит на модели таким образом. 4 ряда 10 красных кружочков и 4 ряда 2 желтых кружочка. Что мы записываем в таблице? В таблице мы записываем, при умножении 4 на 12 мы 12 раскладываем на разрядные слагаемые 10 и 2. 4 умножаем на 10, произведение записываем в таблицу 40. 4 умножить на 2, произведение записываем 8 в таблицу. 40 плюс 8 в сумме дает 48. Давайте выполним умножение, составив подобную таблицу, как показано в образце. 12 умножить на 6. Для того, чтобы 12 умножить на 6, нам нужно 12 разложить на разрядные слагаемые. 12 – это 10 и 2. А значит, при умножении 6 на 10 у нас получается произведение 60. А при умножении 6 на 2 у нас получается произведение 12. Когда мы суммируем первое произведение и второе произведение, в сумме у нас получается 72. 35 умножить на 5. Для того, чтобы умножить 35 на 5, мы опять раскладываем, ребята, 35 на разрядные слагаемые. 35 – это 30 и 5. Следующий шаг у нас – мы будем отдельно умножать число 5 на первое слагаемое и на второе слагаемое. А значит, мы 5 умножаем сначала на 30, и у нас произведение получается 150. Затем 5 мы умножаем на 5, и у нас произведение получается 25. Суммируем первое произведение и второе произведение, у нас получается в сумме 175. Следующее выражение – 25 умножить на 8. Пользуемся опять тем же способом. 25 раскладываем на удобные слагаемые – 20 и 5.
Умножаем 8 на 20, у нас получается произведение 160. Умножаем 8 на 5, у нас получается произведение 40. Суммируем первое произведение и второе произведение, у нас в сумме получается 200. Давайте выполним действие умножения и сами самостоятельно составим таблицу. 2 умножить на трехзначное число 247. Ребята, тот же самый способ. 247 раскладываем на разрядные слагаемые. 247 – это 200 плюс 40 и плюс 7. Записываем таблицу 247. У нас получается 2 умножить на 200 – 400. 2 умножить на 40 – 80. 2 умножить на 7 – 14. Теперь складываем первое произведение, второе произведение и третье произведение. И у нас получается в сумме 494. А значит, 247 умножить на 2 получится 494. Всегда мы должны помнить, при умножении удобнее большее число умножать на меньшее. Поэтому здесь мы пользуемся переместительным законом умножения. Мы пишем... Сначала пишем 2 умножить на 247, затем мы пишем 247 умножить на 2, и произведение у нас получается 494. Следующее выражение – 217 умножить на 14. Число 217 раскладываем на разрядные слагаемые. Это 200, мы видим в таблице, 10, мы видим в таблице, и 4. Вот мы разложили 217 в таблице. Теперь нам осталось только умножить 4 на каждое слагаемое. При умножении 4 на 200 у нас получается произведение 800. При умножении 4 на 10 у нас произведение получается 40. А при умножении 4 на 4 у нас получается произведение 16. Складываем первое, второе и третье произведение. 800 плюс 40 плюс 16 делает 856. Давайте попробуем 325 умножить на 3. Помним, что 325 что нужно сделать? Правильно, 325 нужно разложить на удобные слагаемые. Это 300 плюс 20 плюс 5. Записываем таблицу 325. Затем мы начинаем умножать. 3 умножить на 300 делает 900. Записываем произведение 900. 3 умножить на 20 – произведение 60. Записываем произведение 60. И 3 умножить на 5 – произведение 15. Записываем в таблицу 15. Складываем первое, второе и третье произведение. 900 плюс 60 и плюс 15. Получается 975. А здесь, ребята, нам следует смодулировать умножение по образцу и вычислить. 3 – первый множитель, 125 – второй множитель. 3 умножить на 125. Давайте посмотрим на модель. Каждый розовый квадратик означает одну сотню. Каждая палочка означает один десяток. И каждый кружочек означает одну единицу. Что у нас получилось в модели? У нас получилось 3 квадратика, значит 100, 100, 100, нам дает 300. Давайте посчитаем, сколько у нас прямых палочек получилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 десятков – это значит 60. А сколько у нас получилось кружочков? Если мы сосчитаем, мы увидим, 3 раза 5 нам дает 15. А значит, 3 умножить на 125 делает 375. Давайте рассмотрим и выполним модель следующего выражения. 4 умножить на 233. Для того, чтобы 4 умножить на 233, мы должны взять 4 раза по 2 квадратика. Затем мы должны 4 раза взять по 3 прямых палочек. Затем мы должны 4 раза взять по 3 точки. У нас получилась вот такая вот красивая модель. Итак, считаем. Если 4 раза мы берем по 2 сотни, 4 умножить на 2 нам дает 800. Если мы 4 раза берем по 3 десятка, 4 умножить на 30 делает 120. И если мы 4 раза берем по 3 единицы,
4 умножить на 3 делает 12. Суммируем. 800 плюс 120 плюс 12 получается 932. Итак, мы выполнили с вами следующее задание. Соотнесите выражение и напишите по образцу. Обратите внимание на образец. Внимательно обратите. 45 первый умножитель, 5 второй умножитель. Еще раз мы 45 раскладываем на удобные слагаемые. 45 – это 40 и 5. Умножаем на 5. При умножении 40 на 5 мы получаем произведение 200. При умножении 5 на 5 мы в произведении получаем 25. 200 плюс 25 – ответ 225. Давайте проследим, как связаны эти выражения между собой. 45 умножить на 5, разложили 45 на 40 и 5 и умножили на 5. А еще можно 45, значит, отдельно умножить на 5, плюс 5 умножить на 5. Теперь давайте самостоятельно подумаем, как мы будем 4 умножать на 26. Поищем, где 26 разложили на удобные слагаемые. Ведь 26 – это 26. А значит, чтобы умножить 4 на 26, мы должны сначала 4 умножить на сумму чисел 26. Или в отдельности 4 умножить на 20 плюс 4 умножить на 6. Давайте проверим. 4 умножить на 26 – и следующее, 4 умножить на 26, мы нашли, соотнесли все выражения. Давайте соотнесем следующее выражение. 37 умножить на 2. 37 – это 30 и 7 умножаем на 2. Или 30 умножаем на 2 плюс 7 умножить на 2. Теперь нам предстоит решить задачу двумя способами. В ящике коробки сока были разложены 8 рядов. Васив пересчитывает коробки и говорит, если каждый ряд я добавлю по одной коробке сока, то в каждом ряду их станет 30 коробок. Сколько коробок сока было в ящике? Для того, чтобы решить эту задачу, ребята, мы должны с вами представить эту задачу, потому что, не представив эту задачу, мы не сможем просто выполнить это задание. Поэтому давайте представим ящик. В ящике 8 рядов сока. Все. Значит, сок разложен в ящике по рядам. Васив берет в каждый ряд, добавляет по одной коробке. И у него получается в каждом ряду по 30 коробок. Давайте решим задачу двумя способами. В ящике коробки сока были разложены 8 рядов. Васив пересчитывает коробки и говорит, если в каждый ряд добавить по одной коробке сока, то в каждом ряду станет 30 коробок. Сколько коробок сока было в ящике? Для того, чтобы решить эту задачу, ребята, мы должны ее сначала представить. Давайте представим ящик. Ящики, коробки. В коробках разложены соки. Васив в каждый ряд раскладывает по одной коробке сока. И у него получается 8 рядов по 30 коробок. Вопрос задачи. Сколько коробок было сока в ящике изначально? Чтобы решить эту задачу, мы должны выполнить обратное действие. Что мы делаем, ребята? Мы убираем ту самую коробку, и у нас получается 30 минус 1 – 29 коробок в одном ряду. Затем мы 29 умножаем на 8, и у нас получается 232 коробки были в ящике. Второй способ – 30 минус 1 умножить на 8. 30 умножаем на 8 – у нас получается 240. Минус 1 умножить на 8, у нас получается 8. 240 минус 8, 232 коробки были в ящике. И сегодняшнее домашнее задание. Сегодняшнее домашнее задание, ребята, вы получите на странице 105, выполните задание 6. Вычислите, поменяв местами множители, и сгруппируйте их для удобства вычисления. Спасибо за внимание. До свидания. Здравствуйте, друзья! Тема нашего сегодняшнего урока – наша богатая страна. В мире существует много различных стран. В одних странах плодородные земли, в других странах много солнечного света, в некоторых странах явление дождей и снега – редкость. В Азербайджане все времена года хороши. Весной много выпадает дождей, летом много солнечного света, поэтому наша страна
называется «Солнечный Азербайджан». Азербайджан находится на стыке двух континентов – Европы и Азии, занимая сравнительно небольшую территорию. Из 11 климатических зон нашей планеты 9 представлены на территории Азербайджана. Поэтому республика представлена богатым, разнообразным растительным и животным миром. Наша страна обладает наземными и подземными богатствами. Все, что находится на земле и под землей на территории нашей страны, принадлежит азербайджанскому государству. Азербайджан прекрасен во все времена года. Природа щедро одарила наш край. Весной идут дожди, летом на наши земли падает большое количество солнечного света. Вот почему нашу республику называют «Солнечный Азербайджан». Разнообразные природные условия Азербайджана позволяют с успехом выращивать здесь в нужных количествах многие различные по требованию к теплу и влаге растения. В нашей стране имеются плодородные почвы, на которых выращиваются тысячи даров природы. В Азербайджане хорошо развиваются такие культуры, как рожь, пшеница, ячмень, хлопчатник, виноград, чай, лимон, рис и другие растения. В некоторых районах нашего края существуют благоприятные условия для хлопководства, а в других районах – для виноградарства. Губа знаменита своими яблоками, Гюйчай знаменит своими гранатами. Гедабяи выращивают качественный картофель. В Линкоране на чайных плантациях выращивают ароматный азербайджанский чай. И какой же чай без сахара? На наших землях выращивают сахарную свеклу, из которых производят сахар. И какой же азербайджанец не любит пить чай с лимоном? Лимоны тоже выращивают на наших землях. В Азербайджане произрастают такие ценные и редкие породы деревьев, как железное дерево, эльдарская сосна, дикая фисташка. Простирающих вдоль реки Куры в Тугайских лесах произрастают тополь, ива, карагач и другие деревья. Азербайджанская республика богата и лекарственными растениями. Они распространены по всей территории республики – в лесах, на лугах, в степях. Самым распространенными лекарственными растениями являются плоды шиповника и боярышника, цветы кавказской ромашки, травы чабреца, душицы, зверобоя, кора дуба и многие другие. А также многие сельскохозяйственные растения могут служить лекарственным сырьем. Например, рыльцы кукурузы, семена тыквы, айвы являются лекарственным сырьем. Многие лекарственные растения занесены в Красную книгу Азербайджана. Основным источником этих богатств является почва. Если мы не будем заботиться о почве, то все наши земли превратятся в пустыню, снизится плодородность почв. Наше государство установило контроль за использованием и охраной почв. Существует даже государственный закон о плодородии почв. У нас хорошо развито и животноводство. В нашей стране постоянно расширяется число животноводческого хозяйства. Разводят крупный рогатый скот, производят различные продукты животноводства, молочные продукты, мясные продукты, шерсть. Из молока получают гатык, сливки, сметану. Во многих районах искусственных водоемов разводят рыбу. Действует рыбное хозяйство. В Азербайджане широко распространены пчеловодческие и шелководческие хозяйства. Кроме наземных природных богатств, наша страна обладает и богатыми подземными ресурсами. В первую очередь это нефть и природный газ. Потому что нефть прославила Азербайджан на весь мир. Еще в глубокой древности Азербайджан был известен во всем мире как нефтяная страна. Караваны верблюдов доставляли наполненные нефтью бурдюки в другие страны. Наша страна обладает богатейшими месторождениями нефти и газа, как на суше, так и на море. Что мы получаем из нефти? Нефть – самый популярный сырьевой товар. Люди нашли применение нефти и ее компонентов во всех сферах жизнедеятельности. Если задуматься, то каждый из нас
повседневно десятки раз сталкивается с нефтепродуктами. Товары, в производстве которых используются нефтяные компоненты, применяются в промышленности, широко используются в изготовлении предметов быта и товаров народного потребления. Медицине, косметологии, да практически во всех сферах человеческого обихода. Мы живем среди нефти, продаем нефть, носим одежду из нее. Например, из пластики делают бытовую технику и крупные детали автомобилей, мебель, посуду. В мире широко известны лечебные свойства нефти, добываемой в районе города Нафталан, расположенной на территории Азербайджана. Нафталан расположен недалеко от второго по величине города в стране Гянджи. Нафталан известен тем, что здесь существует санатория, которая принимает ванны из нефти. Нафталан называется. В Азербайджане также имеются залежи ценных металлов. Сюда входят железо, алюминий, цинк, кобальт и другие. Самое крупное месторождение алюминиевой руды находится в Дашкесанском районе. На территории Азербайджанской республики с 1810 года по настоящее время из 50 вулканов произошло приблизительно 200 крупных извержений. Извержение грязевых вулканов сопровождается сильными взрывами и подземным гулом. Из глубоких пластов земли наружу выходят газы и сразу воспламеняются. Кроме того, грязь и жидкость, которую извергают грязевые вулканы, используют в качестве сырья для химической и строительной промышленности. В Азербайджане обнаружено свыше 1000 холодных и термальных минеральных родников. На основании этих родников в республике построены санатории Иштису, Галалты, Сураханы, заводы по производству минеральных вод Иштису, Адамлы. Один из самых известных термальных источников – лечебная Иштису в Линкаранском районе, Масала. Первое, на что обращаешь внимание по приезду в Иштису – на запах серы и пар, клубящий над землей. Лечебная серная вода выходит из земных глубин, а ее температура превышает 60 градусов. Озера. В республике 7 видов по происхождению озер. Ледниковые озера, расположенные на высоте, Шахта, Базар-Дузы, Муравда. Заливные озера, расположенные в заливной части Куры, Сарысу, Гаджгабу, Мехма. Дамбовые озера наблюдаются на Малом Кавказе, Гюйгёль, Марангёль, Ахгёль, Гарагёль. Приморские озера расположены в прибрежной зоне Каспийского моря, Гумшова, Ахзабирчала. Карстовые озера, расположенные в Габустане. Масазыр-Гёль – соленое озеро, можно считать одним из чудес света. О пользе соленой воды известно с давних времен. Считается, что такая вода может излечить чуть ли не все болезни. Само озеро Масазыри называют озером жизни. Азербайджан не случайно называют страной огней. Есть на территории этого древнего и загадочного восточного государства гора Янар-Дах, название которого дословно переводится как «горящая гора». Янар-Дах – природный вечный огонь, горящий с древних времен на склоне холма, который невозможно потушить ни дождем, ни засыпать песком, горящий на протяжении уже нескольких тысячелетий. Не так давно Янардалу присвоили статус исторического заповедника Азербайджана. Склон горы находится под охраной государства. Соляные пещеры Дуздаха находятся в Нахчеване. Санаторий располагается в толще соленой горы, которая многие годы была местом добычи соли. Лечебный эффект соленой пещеры заключается в своеобразном климате шахты. Ну а теперь, ребята, давайте ответим на несколько вопросов. Почему нашу республику называют солнечным Азербайджаном? Правильно, потому что наша страна богата солнечным светом, что позволяет выращивать на территории нашей страны различные культуры. Для выращивания каких растений благоприятна наша земля? Правильно, для выращивания пшеницы, кукурузы, картофеля, чая, риса. В какой зоне Азербайджана выращивают чай? Астара-Ленкорань,
Ахдам Гусар Хачмаз Кюрдамир. Правильно. Чай в Азербайджане выращивают на территории Астары и Линкорани. Что является главным природным богатством Азербайджана? Соль, каменный уголь или нефть? Правильно, главным природным богатством Азербайджана является нефть. Залежи каких природных ископаемых находятся в Нахчеване? Нефть, соль, руда. Правильно, залежи соли находятся на территории Нахчеване. Сегодняшний урок мы подводим к концу. Я хочу вам прочитать несколько пословиц. Берегите землю родимую, как мать любимую. Много леса не губи, мало леса береги, нет леса посади. Что сегодня сбережешь, завтра пригодится. На этом наш урок подходит к концу. Вы получаете домашнее задание. Поясните значение подземных богатств для нашей республики. На этом наш урок подошел к концу. Ребята, я прощаюсь с вами. Оставайтесь дома, но не отставайте от программы. До свидания, до новых встреч!